Куда вы наденете эту футболку? Сегодня в ней в тренажерный зал пойду. Если бы он мне не нравился, то, поверьте, я бы не стал покупать с ним футболку. Я пару раз с ним встречался, и он был настоящим джентльменом. Он очень классный обычный парень. Он смотрел мне прямо в глаза. Думаю, он хороший человек. Уж поверьте мне, если бы мне он не понравился, я бы футболку эту не носил. Сколько ни заплати. У меня девушка из России, и больше меня ничего не волнует. Ее отец хороший человек. У нее замечательная мама и чудесная бабушка. Мне важна ее семья, а на политику мне плевать. Это не мое дело.